Здорово. Здорово. Обезьянка у нас там живет и играет на барабанах. Макс здесь. Здорово, Макс. Макс взял с собой запасные плавки. А вот наряде Снегурочки тут прикольно. Как ты там паришься? Двенечков не хватает. Телочки. This is Lost Banana Screw. And this is our sound engineer. Anton Bluesney. Woo! He can drink for 14 days. But a camel can, actually, but he cannot. So he drinks all the time, playing blues, recording Lost Bananas new album. Fuck yeah! Ну да, пишу, коллектив не будет. Ты следи за этим, за метрономом. Сейчас сохнет такой. Сука, не цокнула. Ну то, что, блядь, несете, как черти. Да облажался, сука. Ты фиг идет. Мы играли как-то вот так мягенько. Песня вот. Не дышит. Хороший подход. Ну, чувак, так можно, блин, одну вещь записывать месяцами, блядь, сидеть там, выдрачивать каждый так, удар. Но... Так давай я одну запишу нормально. Песня трать мозгу просто. Смотри, у меня сейчас сиська будет трястись. Давай. Тачиты. Тарелочки, сука, меня. Я очень ловяще сыграл, очень-очень. Руками сижу. Да, надо передохнуть, а то сейчас адский металл предстоит. Бля, какой-то адский этот вообще, блядь, хитросплетение, пиздеца. Барабанщик такой. Как я не люблю эту песню. Тун-трум! Вот это не играй, просто играй ровно. Надо обязательно чайную использовать, да? Пишем! Я типа с вот этого альбома будет начинаться, с вот этого ужаса. Там. Обезьянка сидит на барабанах такая. А то есть Макс уже в одном клипе снимался? Да. Еще дополнительный источник такой. Короче, все равно что-то в заднице остается у тебя. Потом 12, помпезная. Клерк, бриллиант, 14. В двух частях. И крутится чудесное колесо. Счет. Счет. Так и играешь, Крим. 13, 14, 18, 17. Я забыл, как она играет сейчас. Вот вообще. Че, я обоссался. Че, блин? Пошел в жопу. Рубомястый придурок, блин. А, нет, подождите. Дайте мне руться, а. Пизду, ничего я не буду делать, я просто играю криво, давай. Сознался, я ждал. Ну, наконец-то, ёпарасоте, мы услышали это слово. Да куда ты спешишь, придурок? Да себе, это самое сложное оказалось. Как там у вас бананопись происходит? Бананопись? Бананопись? А Брик, он не хочет получить. Блин, что это, блядь? Будиштяк! Какой-то, как в цирке, блин. А он просто взял какой-то первый попавшийся с пола шнур, воткнул. Чё-то говорит, ничего не играет. Объебался вот, везде, блядь, джазист. 16 возьми джазовых барабанщиков, пусть снимут. Отлично, даже не устал. Готовы? Раз, два, три, ту-тун. Раз, два, три. Да-да-да-да-дан-дан. Я ему сейчас пиздюлей дам, блин. Ты чё, дебил? Раз, два, три. Та-там. Я так и сыграл. Ты чё, ты дебил, блин? Сыграл, чувак. Санёк. Ну ты раньше вступил на один. Какой раньше, блин? Ты чё меня паришь, блин? Я в два раза нормально всё вступил, блин.
Серега! Дай пивка попить, а то я умру. Вы чё, блядь, я не буду так медленно играть, это, блядь, пиздец полный. Вы чё, дебилы, что ли, блядь? Я чё-то не понял, чё. Я въебался. Не надо, чувак, ты сбиваешь. Да? Серьезно, да. Ты медленнее поешь, блин. Хорошо. Вот, короче, вырубайте и играйте дальше без метронома. Давай, чуваки. Бля, как круто без метронома вообще. А-а-а, сучки! Куда ты разогнался? По хую, давай. Ебу, ну и хорош. Давай. Все, наш, Гаванщина записана, что ли? Че, все, что ли? Ура! Сработало! Ура! Все Лос Бананов состоялось! А теперь на Редьку! Впервые в Липецке на Мега Репец! Они все потные, вонючие мальчики. Потные, но не вонючие сразу. Да, кстати. Мертвые не потеют. Может, это... Клир, что потеет? Все? Все 3 часа записаны.